Так, небольшой обзорчик подставки под ноутбук. Я ее назвал Холод 120X. Несмотря на то, что сверху здесь 4,8 кулера с, по-моему, синей подсветкой, я не запускал его с того года. Сзади имеются 3 120 кулера с белой подсветкой. Делалась подставка мной в том году реально на скорую руку, где-то за полдня я выпилил из остатков дивана псевдокаркас. Еще где-то за сутки я его собрал, покрасил. Что здесь есть? Собственно, 3 120 кулера воздух сдувают в коробку, скажем так, в деревянную коробку. Набирается там воздух. А здесь 4,8 кулера воздух задувают конкретно под отверстие ноутбука. Единственное, здесь вот эта коробка сейчас перевернута. То есть вот этот кулер должен находиться здесь. Сейчас мы это заменить не сможем, так как здесь все скручено. Собственно, все работает от одной нокиевской зарядки, очень-очень старой. Все здесь кое-как спаяно. Я на самом деле даже не вспомню, что к чему сейчас здесь должно подходить. 120-е у меня соединены с помощью собственных таких разъемов. 80-е мне пришлось все обрезать и паять, потому что у них таких переходничков не было. Собственно, здесь есть включатель-выключатель с лампочкой, с подсветкой. Я на самом деле огорчен, что он не синий, а такой зеленоватого цвета. И USB-хаб здесь есть. Сейчас я его покажу. На 4 порта. Куплен он мной в Подмосковье, село Теряево. Не помню, то ли за 450 рублей, то ли за 750. Потому что покупался он год назад, я реально не помню. То есть сбоку он вот здесь выходит вместе с питанием. Подключается к ноутбуку, который здесь должен стоять. Так, он у нас встает. Сюда USB подключается, то есть, если нам нужно. И подключается питание. Сейчас я его подключу. Все, питание у нас есть. Сейчас я отключу ноутбук, покажу. Вот, вот у нас 4 синеньких кулера, а сзади беленькие работают. Вот здесь скапливается воздух, который, собственно, целенаправленно задувает в ноутбук снизу данная подставка. Тут я накосячил, собственно, с болтиками, они закручены здесь вот еле-еле-еле, потому что я размером промазал. Будет делаться новая подставка, потому что это, ну, вся сикость-накость, кривая даже. Это такой самый первый вариант, пробный, который несколько раз по ходу переделывался. То есть видно, что здесь вот деревяшечка, она не покрашена. То есть она делалась после того, как была добавлена кнопка сюда. Питания здесь мало, собственно, подставка будет переделываться. Она будет сделана из более тонкого ДСП. Снизу, по бокам, да везде. USB хаб, скорее всего, я буду использовать этот же. Его единственное, что нужно будет отсюда достать, я его сюда клеем. Вклеил. Хорошо сказал, клеем. То есть придется немножко выломать. Вот тут провода у меня также в этом клее. Собственно, кулеры буду использовать эти же. Почищу, смажу, потому что всю зиму стояла, пылилась. Не есть хорошо. С
Сверху также останутся у меня 4 кулера. Сзади останутся также 3 больших белых. Единственное, у меня есть еще один большой красный, по-моему, кулер. 140-й. Он у меня будет в середине. Он у меня будет закрывать вот это отверстие. Вот здесь у меня установлен кулер. Здесь будет 80-й. Вот здесь будут 2 80-х ровно установлены. То есть 2 80-х, 140-й, 80-й. Вот здесь пустое отверстие, там ничего нет. В принципе, туда можно какую-нибудь флешку подключать, если бы там был разъем. Разъемов нет. По сути, тут просто отверстие. Сюда тоже можно загонять воздух. Он также будет проходить внутрь. То есть тут тоже будет еще один кулер. То есть 80, 80, 80, 80, 140. Ну, как раз они должны уместиться на этой площади. Сзади также останутся 3 120-х. Также будут сдувать воздух. Единственное, что теперь они будут работать не от одной зарядки, а от трех. Я еще не думал, как это реализовывать, но в принципе должно получиться круто. Безусловно, не будет вот таких вот страшных отверстий, куда можно палец запихнуть. Все будет сделано чистенько, аккуратненько, и очень хочется обклеить это либо карбоном, либо какой-нибудь пленкой, чтобы выглядело по-человечески. И очень хочется встроить по бокам, сделать встроенные колонки. Скорее всего, я буду использовать колонки Havik из прошлого обзора. Ну вот, как-то так.